У эфиры программа «Новины региона». У студии Екатерина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску глядите. Инновационное обсталевание и новый метод вадкостной цитологии. У область пришли самые сучасные технологии по выявлению раку. Пересесть на велосипеды и отправиться пешшу. Як Могилёв долучился до сусветной акции «День без авто». 22 вересня сустракаем астрономичную осень. Ці будзе яна пяшчотнай, ведаюць синоптики. А теперь подробязнее. Снижение колькости смяротных выпадков на вытворчасці. Такая становшая динамика отзначена на Могилёвщине за апошние 8 месяцев. Это стало одной из причин для проведения в области науково-практичной конференции по ахове працы. Третий республиканский форум прошел на базе Круглянского района и собрал больше за 100 специалистов буйных предприемств Беларуси. Актуальность аховы працы никто не оспрешивает, навод, коли статистика говорит про поменьшение вытворчего травматизму. Бо за кожным из несчастных выпадков реальные люди, их родные. Тому створение безопасных умов працы стало головной темой третьей республиканской конференции. Гости обмерковали новое у працовном законодавстве, познайомились с сучасными адукационными программами по ахове працы и наведали предприемства региона с передовыми технологиями у этих питаниях. Например, Круглянская пересовочная механизованная колона – постоянный призер областных конкурсов по ахове працы. А на паперовой фабрице «Спартак» демонструют самые сучасные сродки индивидуальной обороны. Как отзначили на конференции, важно не только керовникам забеспечивать належные умовы працы, але и самим працовникам необходимо потребовать выполнения правил вытворчой безопасности. По-ранейшему, сярод самых травмонебезпечных сфер – агропромысловый комплекс, лесогосподарка и будовництва. У Центральной цитологической лаборатории Могилёвского онкодиспансера распочалась праца на новым обсталяванні. После визиту специалистов французской фирмы, якая и поставила аппаратуру, теперь доследуется первая партия полова сотни анализов, собранная у диспансеры. Лаборатория и ее новые технологии станут доброй основой для профилактики онкологичных захворваний. Сейчас мы лаборатория областного уровня, и очень большая часть работы нашей лаборатории – это именно профилактическое направление. В первую очередь это профилактика рака шейки матки. У обновленной лаборатории разгортывается программа цитологического скринингу. Это дотычится всех жихарок Могилёвщины, навод тех, у кого нема никаких прихметов захворывания и скаргов. Инновационное обсталявание и новый метод вадкостной цитологии дозволить выявить патологичные клетки, которые сигнализуют про рак шейки матки у недалеком будущем и своечасово принять меры. Ранние стадии лечатся достаточно неплохо, когда человек обращается к нам в распространенной форме злокачественного заболевания. Тяжело и нам, и тяжело пациенту. Меж тем, по водле плана, у этой осенью повинен быть добудованы и обсталеваны новый хирургический корпус. И это не просто поширение площади. Там будет 8 операционных залов, реанимация и самое главное, там будет новая аппаратура. А с получением сучасных технологий, с опытом медиков, дает надею на выниковое лечение. Мы планируем, что у нас освободятся площади, и получится расширить поликлинику за счет освобождающихся площадей на первом этаже. Я думаю, что это разгрузит, будем говорить, тот коридор узкий, в котором сейчас пациенты ждут приема врача. Сегодня сотни хворых на онкологию, 56 человек, живут более за 5 годов. Врачи меркуют, что новые махчимости дозволят довести эту личбу до 70. Илона Иванова, Александр Артемьев, «Новины региона». Комитет экономики Могилёвского облвыканкама подводит выники конкурсу инвестпроекта у субъектов малого предпринимательства региона. Переможцы отримают державную поддержку для компенсации частки выдатков на реализацию инвестпроектов.
За апошние несколько годов отримали державную поддержку в межах конкурсу 27 малых предприятий. Древоопрацовка, полиграфичные послуги, вытворчесть будовничных материалов – на такие сферы скированы селетние проекты приватников. Наместник старшини Комитета экономики Могилевского облвыканкама Павел Мариненко с этой нагоды расповел у студии телерадиокомпании Могилев про предпринимательство региона и его поддержку. Например, сярод иншего держава подтримливает инновационные проекты. Есть сегодня в Могилевском облсполкоме такое понятие, как инновационный фонд. То есть те деньги, которые, возможно, вкладывают в научные разработки, в выпуск той продукции, которая будет экспортоориентирована, которая будет новинкой, действительно новинкой. Так вот, доля субъектов малого и среднего предпринимательства во всем объеме – это 70%. Я всегда это связываю именно с гибкостью, с инновационностью, с тем, что сегодня для того, чтобы заработать деньги, надо идти новым путем, а не проторенным, чтобы существующие ниши заняты. Интервью Павла Мариненки про тенденции у развития предпринимательства и либерализацию законодавства глядите в информационно-аналитичной программе «Днями». Рада Могилёв с фарбами у черговый раз долучилась до доброго порадкования областного центра. У целом на свой 20-годовый юбилей радищики подарили горожанам три одновленные дитячие плясовки. Не обошли увагу и иншие проблемы мясцовых жихаров. С каждым штрихом дитячая пляцовка начинает выглядеть ярче. Радищики работают у дворы помеж 64-м и 68-м домами по бульвару Непокораных. И это не первый подарунок городу с нагоды уласного юбилею. Инициативу Радио Могилёв подтримал и працовный десант с 9-го лицея. Додатковые руки у такой справе лишними не бывают. Да и будущим малярам-тынковщикам такая практика только до речи. Нас пригласили сюда, мы с радостью согласились приехать. То есть почему бы и нет? Радио Могилёв делает хорошее дело, да, и мы только за. Молодцы, конечно, хоть что нашлись такие люди. Это очень хорошо, очень хорошее вообще мероприятие и затея, и молодежи, тем более это полезно, они тоже будущие мамы, папы. Пусть приучаются, пусть хоть доброе что-то сделают для нашего родного города, а он станет от этого еще лучше и красивее. А кроме удячности, у жихары 64-го дома огучили и проблемы. Сярод их – незачиненные техпомешканні, отсутность осветления у дворы, дрянные ганки. Самая болючая тема – это стан подвалов. Ванища, я поднимал вопросы. Мне говорят, ребята, ну надо делать вонь, устранить. Канализация не работает, все побито, все разбито. Наша здымочная группа разом с жихарами накировалась у один из подвалов. Его стан саправды выкликая пытанні. Приехали сюда, естественно, с благой целью. Это третий двор, который мы хотели покрасить 20-летию Радио Могилёв, оказать какую-то помощь, показать, что инициатива – это хорошо. Вот в ходе этой акции выяснились масса проблем у жителей этого дома. Вот, и вода в подвале, да, и антисанитария кое-где имеет место быть. Поэтому хотели помочь, но теперь будем помогать дальше и совместно с властями попытаемся решить эту проблему. Как поведомили коммунальники, над этой проблемой яны начали уже працовать. Журналисты вырашили напрямую звернуться до старшини Могилевского горвыканкама. Мэр города пообещал взять проблему под особистый контроль. Тем часом пляцовка амаль завершена. Радищики сподяются, что яна порадует мясцовую дятву. А у радиожурналистов на готове новая идея для жихаров Кличевского района. Уже со следующей недели мы выходим на новые площадки. Будет выезд в поле, и там будет композиция из соломы. Так называемые тюки из соломы мы будем составлять и делать что-то такое оригинальное, что тоже станет своеобразным подарком накануне дожинок и к нашему 20-летию. Усе сакрэты раскрываць не будзем. Дададзім толькі тое, што арыгінальная кампазіцыя ад Радыё Магілёў на уездзе ў Клічаў стане даволі прывабнай фотазонай. Алесь Рыбалка, Віталь Вопсеў, навіны рэгіёна. 22 верасня – сусветный день без автомобиля. Беларусь долучилась до такой акции в 2008 году. Ти стало у гэты день менее авто на улицах Могилёва, высветляли наши корреспонденты. А знаете ли вы, что сегодня Всемирный день отказа от авто? Знаю. Так. Но вы на автомобиле? Да, спешу на работу. Не только машины вредят, заводы наши также. Я живу в сельской местности, не в городе. И без автомобиля ну просто невозможно. Идея хорошая, но неудобная. Поясните. Ну, иногда не всегда есть возможность отказаться от авто. Может быть, в следующий день отказа от авто вы будете ехать на общественном транспорте? Может быть.
Як бачна, многія абіраюць комфорт і зручнасць. На паркоўках ля адміністрацыйных будынкаў і гандлёвых кропак па-ранейшаму немало машын. На прыпынках грамадскага транспарту ніякага ажыятажу. Далучыцца да сусветнага дню адказа ад аўто прапануюць прыродаахоўнікі. Ім як нікому зразумела, наколькі вялікая шкода выхлопных газаў. Выбросы от автотранспорта на сегодняшний день примерно в два раза превышают выбросы от всех предприятий. Ну и количество автомобилей ежегодно растет. В Могилевской области более 300 тысяч автомобилей. Перасесці на велосипеды альбо скарыстацца ў гэты дзень грамадскім транспартам – гэта прапанова. І да яе ўсё ж такі не ўсе застаюцца абыякавымі. Сегодня Всемирный день отказа от авто. Знаю. Вы в курсе, да? Да. И вы сегодня не на автомобиле? Нет. Я тоже отказалась от авто. То есть вы знали, что это? Приятно даже и для здоровья, и вообще. Погода хорошая. Надо и для экологии хорошо. И для экологии хорошо. Для деток наших маленьких, внуков то же самое. Я за. Хоть каждый месяц. Как я поддерживаю этот день? Лично я сам хожу пешком. Алиса Рыбалка, Виталь Вопсю. Новини региона. А 1 кастрычніка – міжнародны дзень састарэлых людзей. На Магілёўшчыне зараз пражывае больш за 270 тысяч тых, хто перасягнуў узрост працаздольнасці. Гэтыя людзі патрабуюць не толькі павагі, але і пастаяннага клопату. Адміністрацыя Кастрычніцкага района Магілёва запрасіла людзей шаноўнага ўзросту на святочнае мерапрыемства. На свято запросили каля сотни ветеранов войны и працы Кастрычніцкага района Могилева. На сустрече не выпадково в ушне мясцовых школ. На перед дни гэтые хлопчики и девчонки удельничали у конкурсе «Мои любимые бабуля и дядуля». Лепшие картины разместили в зале, а лепшие сочинения навод прочитали. Шановные гости часом не могли навод стримливать слез. Так один из пераможцев конкурсу малюнка, шестиклассник Миколай Катерла, упэўнены, что необходимо поважать и памятать своих бабуль и дядуль, бо гэта уласная история. Я писал своей бабушке Пелагее Семеновне. У нее очень много детей. И раньше она работала всю жизнь в колхозе. Во время Великой Отечественной войны ее забрали в Германию. И когда она закончилась, она возвращалась практически домой пешком. Гэта толькі адно з першых мерапрыемстваў да дня састарэлых людзей. Наперадзе вялізны план па аказанні дапамогі пенсіянерам і адзінокім, шматлікія сустрэчы і шчырыя канцэртныя праграмы. Наше старшае пакаленне – это тот фундамент, благодаря которому каждый из нас сегодня чувствует себя комфортно и уютно. И их опыт, их мудрость, их профессионализм помогают всем нам сегодня еще больше ценить то, что у нас сегодня есть. Алина Мельшанкова, Александр Тарасов, новини региона. Камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва Магілёўшчыны на пачатку наступнага тыдня правядзе прамую тэлефонную лінію. 25 верасня старшыня камітэта разам з галоўнымі спецыялістамі службы прымуць вашы тэлефанаванні па ўсіх напрамках сваёй дзейнасці. Так, напрыклад, старшыня камітэта Святлана Тарасенка прыме вашы пытанні і прапановы з 15 до 16.00 па нумару ў Магілёве 32-67-42. Астатнія спецыялісты будуць прымаць тэлефанаванне на працягу дня з 10.00 до 17.00. Больш падрабязна пра тэлефоны адказных спецыялістаў можна будзе даведацца па нумары прыёмнай абласнога камітэта сацыяльнай абароны 25-23-79 ці на сайте Магілёўскага аблваканкама. Калі дзень роўны ночы. Восеньскае раўнадзенства звычайна выпадае на 20 числы верасня. Між тым, па словах спецыялістаў, дата год з году крыху мяняецца. Сёлета, напрыклад, яна выпадае на 22 верасня на 8 гадзін вечара. Лічыцца, што менавіта з гэтага моманту і пачынаецца астранамічная восень. У день восеньского равноденства Солнце находится под и над горизонтом однольковый промежек часу. А сама планета, сцверджают астрономы, займая строго вертикальное становище относно Солнца. От этого и однольковая протяглость дня и ночи. У народе с днем равноденства связаны прикметы и отметности. Кажут, что с этого момента начинается другая полова бабиного лета. Лечилось, что коли у этой день сухо и тепло, то осень будет такой же, а зима пройдет поздней. А вот всякий прогноз дают синоптики на ближайшее
ближайшие дни. Згодно попередней информации, у выходные будет без опадков. У субботу поветра прогреется нават до плюс 17, плюс 22 градусов. Однако захавается ветер 5-10 метров за секунду. Порывы до 14 метров. У неделю у понеделок так само захавается сухое надворье и ветер. А слупок термометра крыху опустится. У день чекается плюс 14, плюс 19 градусов. Приемного надворья усім, я с вами развітуюся, и еще больше новин на нашем сайте tvrmogilyov.by.